как попадают к нам щенки, вы все знаете. В мешках, в коробках, кого-то подбросили, каких-то щенят мы забрали сами по звонку. В общем, у нас, как обычно, большой детский сад. Но они живы, здоровы, растут, хотят кушать. Это очень тяжелый труд выращивать щенков. Каждые 4 часа они хотят кушать. Только закончил кормить последнего, первый уже шумит, ему пора есть. Выспался.
Малыши подросли, переехали в новое помещение. Пытаемся приучить их кушать самостоятельно. Водичку пьют, а корм ни сухой, ни жидкий пока не получается. Приходится подкармливать. А вот, сюда переехали, похоже, те, которых из соски кормили. Тихо, я говорю, все молчат. Слышали? Ты тоже. Молчим. Люди мои крутые, красивые дети. Боже, как вы меня уже всю заплевали, зайки. Машки нету, так меня все. Ругаться? Не ругаться. Еще не подросли. И посерьезнее собаки, да? А вот эти блондинки. Ой, хорошие мои. Ты на потоке. Беленькие вообще, чудо. Вот, лисенок такой беленький.